красота. Самолет имеет 8 аварийных выходов. Выходы расположены слева и справа по борту. 2 в передней части самолета, 2 в средней, 2 за плоскостью крыла, 2 в хвостовой части самолета. Our aircraft has eight emergency exits. The exits are located on the left and the right of the cabin. Two in the front, two in the middle, two behind the wing, two in the rear part of the aircraft. Все выходы оборудованы автоматически надуваемыми трапами. All exits are equipped with inflatable location lights. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут. Спинка кресла в вертикальном положении, подлокотник опущен, столик закрыт. Желаем вам приятного полета. Ladies and gentlemen, when ready to take off, please make sure that the seatbelt is securely fastened, seat back is fully upright, armrest is stood down, tray table is stowed. We wish you a pleasant flight.
господа, наши юные путешественники, добро пожаловать в город-герой Москву. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево имени Александра Сергеевича Пушкина. Терминал С. Местное время 18:16. Разница во времени между Парламаром и Москвой плюс 7 часов. Температура воздуха в районе аэропорта минус 1 градус Цельсия. Для вашей безопасности и безопасности пассажиров, которые находятся рядом с вами, настоятельно просим вас оставаться в креслах с застегнутыми ремнями безопасности и не открывать багажные полки до прибытия самолета на стоянку и выключения светового табло «Застегните ремни». Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Благодарим вас за выбор авиакомпании «Северный ветер» и будем рады новой встрече с вами. Ladies and gentlemen and our young travelers, welcome to Hero City Moscow. We have just landed at Sheremetyevo Airport named after Alexander Pushkin, Terminal C. The local time is 6:18 p.m. and the time difference between Parlamar and Moscow is plus 7 hours. The outside temperature is 1 degree Celsius below zero. For safety, we ask you to remain seated to receive both passengers.